парнями. Было. Было. Не было. Ладно, девочки, а теперь кто у пиццы в холодильнике тырил шоколадки? Не было. Диан, да было, ты брала шоколадку в холодильнике. Клопа, вообще-то я за ту шоколадку отдала пицце деньги. Круто, я в вашей игре не участвую, но можно я задам вопрос? О, талисман хочет задать вопрос, давай, талисман. Только, девочки, отвечаем честно, честно? Мы все отвечаем честно, нам нечего друг друга скрывать. Девочки, вы врали мне, что вы себя плохо чувствуете, чтобы не идти на тренировку, отвечаем честно. Было! Талисман, но я помню, ты тоже нам врал, что ты плохо себя чувствуешь. А сам пошел на свидание. А, кстати, с кем ты тогда пошел на свидание? Кто эта тайная подруга, талисман? Неважно, у нас с ней ничего не получилось. Мы с ней не сошлись характерами. Девочки, а у меня вопрос. Я как девушка свободная, без парня. Вы ревновали своих парней ко мне? Только честно. Было! Знаешь, Мэри, ты хоть и наша подруга, мы тут все подруги, но за своих парней мы переживаем. Девочки, ну все, вы поиграли в игру, тренировка ждет. Сейчас, талисман, одну минуточку, последний вопрос. Девочки, я хоть и знаю, что мы с вами белые и пушистые, но вот вы хотя бы иногда чувствовали себя внутри бич. Диана, что за вопросы? Ну что, разве ни у кого не было? Было! Девочки, я так и знала, потому что в каждой из нас живет девушка бич. Бич вы мои, подрываемся и идем тренироваться. Да, талисман, идем. Девочки, мне так стало интересно, а каково это быть в жизни, реальной бич? Давайте попробуем. Да, я хочу. Все, после треши. Значит, после треши нас ждет свое перевоплощение. Клопа, я уже представляю, какой ты будешь блондинкой. Бани, вы что, реально собрались играть плохих девчонок? Ага. Баскетболисты, чего вы меня позвали? Вы хотели со мной поговорить? Слушай, ты перед нами не ломайся, у нас к тебе деловой разговор. Полегче, Ромео. Слушай, Лорен, а ты не хочешь быть нашим информатором? Информатором? Мальчики, что вы от меня хотите? Ну смотри, ты же в комнате с Баней. Я хочу, чтобы ты мне передавала все разговоры Дианы про отношения с Тимуром. Только слушай, это между нами, не разболтайся никому. Это что, Смайл уже эту клеит? У нее же Дима, футболист. Походу уже с Димой все. Просто Смайл хочет замутить с Лорен, чтобы отомстить Диане. Это уже не первый раз. Мне это не нравится. Блонди, успокойся. Мы стоим тут как бараны. Пойдем, чтобы не палиться. Неужели он на нее запал? Нет, Блонди, они просто общаются. Ну так что, тайны хранить умеешь? Мальчик, я умею хранить тайны. Мой рот будет на замке. Ну тогда слушай внимательно. О чем мы не разговариваем? Стой, Смайл, ничего не говори. Фрог, сбрысь отсюда. Уходим. Ну, говори, что делать. Короче, все разговоры Дианы про Тимура докладывать мне. Ну, вообще-то Баня старается при мне особо такого ничего не говорить. Так в чем проблема? Включай диктофон, ложи телефон под кровать, а сама уходи. Чем больше информации, тем больше я тебе буду благодарен. Ок, поняла. Лорен все сделает, но за тобой будет должок, красавчик. Ничего себе, а это что было? Ну, так Диме постоянно делает. Не, ребята, ну нормально, обед, а пиццы и айса нету. Не понимаю, это первый раз, что они не вышли на работу. Всегда все бывает первый раз. А может, они уехали из загородного дома? Слушай, ты, футболист, помолчи, никуда они не уехали, мы их вчера видели в загородном доме. Просто забили на свою работу. Да, оставили нас тупо голодными. О, ребята, это хорошо, что вы все здесь собрались. Мне нужно составить список, кто идет в школу Бани, а кто идет в другую школу. О, учитель Мак, теперь вы этим занимаетесь? Да, моя правая рука отказалась мне в этом помогать. Нет, учитель. Я ни в чем не отказывалась, просто вы меня предали. Так, Ляля, не говори мне о предательстве. Так, пицца айс, сделайте мне какао. Пицца айс, а где они? Их нет. Не пришли, прогуляли. Они забили на нас всех. На весь загородный дом. Да ладно, ребята, вдруг они где-то отрываются. Отрываются вечером в клубе, а не во время рабочего дня. И кто сделает мне какао? Правая рука вам может сделать какао. Ладно, Ляля, делай. А вы меня возьмете опять в ваши помощницы? Только так, чтобы Эбби не знала. Ладно, она ничего не узнает. Учитель Майк, не отвлекайтесь, вносите нас в списки. Мы идем в школу Бани. Только в школу Cheerleader Bunny. Никаких других школ. О, ребят, смотрите, кто идет. Ребят, сори, близко не подходите, зубы не успел почистить. Сори, мы проспали, а вы голодные? Естественно, да! Учитель Майк, ваш какао. Без сахара, как вы любите.
А вы уже здесь не нужны, я уже сама здесь справляюсь. Ребят, принимаем заказы. Только надо подождать, чтобы разогрелась кофеварка и пожарилась картошка. Заказы будут через час. Круто! Да я лучше себе с ресторана еду закажу. Не первому горячий шоколад. Ребята, не кипишуйте, мы первый раз в жизни проспали. О, ай! Я говорил, близко не подходите. Девочки, в чем проблема? Сейчас Эбби увидит и будет кричать. Сейчас, талисман, одну минутку. Алло, Тимур, привет. Слушай, а тебя можно кое о чем попросить? Не вздумай отказывать Диане. Настя, подожди. Короче, нас сегодня с девчонками ждет перевоплощение, и ты должен нам кое в чем помочь. Ты согласен? Девочки, тренер Эбби идет. Короче, я тебе сейчас все напишу, давай. Короче, девочки, у меня появились неотложные дела, так что сегодня тренировка закончена. Мы свободны? Да, на сегодня все, но завтра, чтобы не были такими вялыми. Да, тренер Эбби, мы завтра будем в форме. Девочки, мы свободны! Вот и потренировались. Талисман, так это же круто, пойдешь встретиться со своей тайной подругой. Диана, ты что забыла? А они не сошлись характерами. Диана, быстрее пиши Тимуру. Девочки, сегодня день будет очень крутой. И пусть сегодня офигеет весь загородный дом. Ага, от перевоплощения бани. Девочки, супер, Тимур все сделает. Круто! Тоже мне бич нашлись. Мальчик, ну я же вам сказала, обед еще не готов. Да, пацаны, идите в комнату, там ждите. Залина, что-то ты сегодня с обедом опаздываешь. Ну, конечно же, у нее тренировки, к школе готовится. Да ладно, пацаны, пошлите в комнату, бесполезно тут ждать. Да, идите в комнату, ты здесь только мешаете. Костя, а ну-ка достань с холодильника гороховую пасту и брокколи. Эх, скоро школа, буду с Настей видеться каждый день. А меня волнует, пацаны, то, что мы сегодня голодные. Залина, с этой подготовкой к школе на завтрак чай с брокколи, а обеда до сих пор нет. А вообще мне пофиг, я уже представляю, как я с Настей буду ходить в школу, провожать ее со школы. Кость, ты там мою хорошо брокколи, чтоб песок на зубах не скрипел. Мою, мою, Зали. Пацаны, я же вам сказала, что я обед принесу в комнату. Чего вы здесь лазите? Зип? Да, Зип. Как у вас дела? Давно не виделись. Нормально. Зип, братик! Чё, сестра, рассказывай, как этот Костя не выделывается? Да нет, Костя у меня самый лучший. Зип, а мы думали, ты не приедешь, а ты уже навсегда уехал. Зип? Зип, Зип, здорово, как вы тут без меня, скучали? Ну, дружище, ты нас напугал, тебя почти месяц не было. Мы уже думали, ты не вернёшься. Ну что, давай проходи, рассказывай. Короче, где ты был? Сейчас я вам всё расскажу. Костя! Что? Праздничный обед! Есть шоколадное печенье. Да, шоколадное печенье и варенье с брокколи. Ну чё, пацаны, рассказывайте, какие новости, пока меня тут не было? А Диану мы тебе потом расскажем, а сейчас про нас. Короче, нас всех приняли в школу черлидер бани. Через 2 дня мы будем учиться в школе с девчонкой. За Диану мне не интересно, а вот за школу поздравляю. Кстати, Зак, Зуб, Закат, а вы еще встречаетесь с черлидершами? Конечно, у нас кнопка любовь. А у нас Настя все супер, она идеальная девушка. А у меня с Мэри никак не клеится. Ничего, Зуб, склеится у тебя все с Мэри, не переживай. А за вас, пацаны, я рад. А ты, Зип, где был? А то новостей от тебя вообще не было. Хорошо, что сегодня приехал. Для школы еще успеем скупиться. Правда, мы список девчонкам отдали. Ну ничего, я думаю, они тебе все купят. Пацаны, мне ничего покупать не надо. Я ни в какую школу бани не иду. В смысле? Зип, нас всех приняли. И тебя тоже. Пацаны, я за вас очень рад, но в школу бани я не пойду. У меня другие планы.
Подожди, подожди, ты как мой лучший друг, давай поподробнее. Что поподробнее? Короче, встретил эту самую, девушку моего сердца. У меня с ней идеальные отношения. Как же Диана? Мы же все встречаемся с черлидершем. Не все, я еще с черлидершей не встречаюсь. С Дианой, пацаны, уже давно все, вы разве этого не поняли? Да, Зип, Диана уже успела расстаться с баскетболистом и начала встречаться с его братом. Тимур, этот, который там бывший Кнопы. Не говори бывший Кнопы, просто баскетболист. Честно, пацаны, мне пофиг, с кем встречается Диана. У меня есть девушка, я ее люблю, она меня любит, и у нас классные отношения. И, кстати, пацаны, есть хорошая новость. Зип отправляется в путешествие. Зип, в какое путешествие? Мы же должны держаться все вместе, мы же семья. Зип, не гони. Мы рассчитывали, что ты будешь учиться с нами в школе. Мы будем крутыми, и нас будут все бояться. Пацаны, вы и так крутые, без меня справитесь. А я со своей девушкой уезжаю в круиз. Офигеть. Все, наш брат больше с нами не живет. Ничего, пацаны, я буду вас помнить. Если что, вы знаете, кому обращаться за помощью. Зип, 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 ну рассказывай, как там у тебя дела? Где ты там был? Там печенье уже дожаривается. Кость, иди посмотри, чтобы оно не пригорело. Класс, Костя повар. Нормально, сестра, все у Зипа хорошо. У меня есть девушка, уезжаю в путешествие, так что все у меня круто. Девушка, путешествие, а как же школа? Нас же всех приняли вместе. Вот и отлично, сбылась ваша мечта. Вы будете учиться в нормальной школе с нормальными подростками. А за меня не переживайте, я буду вас навещать. Меня это не очень радует, сейчас принесу печенье. Залина, не расстраивайся, мы все равно будем видеться. Ладно, Зип, давай мы поможем тебе собрать чемодан. Зип, я сейчас расплачусь. Ну что, девочки, как вам наши луки? Как думаете, мы теперь похожи на плохих девчонок? Я думаю, да. О, сейчас нас увидит весь загородный дом, и у них подпадают пачки. Девочки, наши луки так подходят друг к другу. Ну что, Тимур уже нас ждет. Готовы, девочки? Пойдем! Ну ничего, зато теперь она мне будет докладывать всю информацию. Главное, чтобы у нее получилось. О, смотри, что за чужаки. Ты на номер посмотри, это же машина Дианы. Походу, родители ей сюда приехали. Походу, Диана что-то учудила. Ну все, теперь я буду много плохого про Диану рассказывать, а ты будешь поддакивать. А что Диана плохого сделала? Ничего, ну мы скажем, что сделала много плохого. Здорово, Смал! Здорово, Ромео! Не ожидали! Это я на гелике приехал! Офигеть! Опа! А это мне не очень нравится! Ну чё, на гелике водил и заделался! О, ничего себе! О, привет, футболист! Это я, Тимур, баскетболист! Теперь буду ездить на такой тачке! Да мне пофиг! Что произошло? Это что, родители Дианы? Опа, кто-то жестко попал. Какие родители? Посмотрите. Вы видели? Это Тимур, баскетболист. Повезло ему, он на гелике. Кто ему дал эту тачку? Походу, Баня. Типа крутые. Это что такое? Это цирк шоу. Сегодня, малышка, мы не с тобой катаемся. Блин, девочки, на нас все смотрят. Ага, собралось движение. Куда это вы собрались? Я сейчас дяде Майку все расскажу. Ты еще здесь? Быстро давай рассказывай. А я что, стукач? Да, сегодня ты стукач, иди. Ой, девчонки, вы сегодня крутые. Мы сегодня плохие. Девчонки, на вас теперь палит весь загородный дом. Тимур, пусть палят. Ну что, Майк, ты спросил, кто будет учиться в школе? Да все хотят учиться в школе Бани. Майк, я думала, тех, кого недолюбливаю, не будет в этом учебном году. Даже те, кого ты не любишь, хотят учиться в школе Бани. Дядя Майк, там такое происходит, вам это нужно увидеть. Чаться, не учили, у нас важный разговор, Ромео. Что-то срочное? Дядя Майк, там такое, вам нужно это увидеть. Что такое? Там черлидерши Бани. Что Бани? Они стали плохими девчонками. Слушайте, раз на нас смотрят как на целое шоу, может подразним их? Да, я предлагаю сделать селфи возле гелика. Ох, давайте. Особенно хочу подразнить Смайла.
Ну ничего, сейчас вы доселфитесь, красотки. Посмотрите, вы делаются типа крутые, стали фоткаются перед нами. Да, эти бани реально стали какими-то плохими. Ничего, сейчас бани станут очень хорошими. Им сейчас влетит. Вот они. Девочки, что это такое? Что за посторонние машины на территории загородного дома? Молодец, Ромео. Ага, молодец, теперь Ромео стукач. О, тренер Эбби, здравствуйте. А мы едем кататься. Ну, не переживайте, у нас хороший водитель. Всем пока. Пока-пока. Что значит пока? Девочки, вы никуда не поедете. Откуда машина? Я тренер Эбби. Тренер Эбби, вы вообще нормально? Майк, разберись с Тимуром. Девочки, в загородный дом, что за внешний вид? Бестресье. Кто из вас настукать? Диана, в загородный дом, девочки, шевелитесь! Погуляли, бич! Вот и наступила справедливость, бани получили по заслугам. Учитель Мак, я не виноват, меня девчонки попросили. Успокойся, Тимур, я не буду тебя ругать. Правда? Правда, давай ключи. Зачем? Ну, я хочу Эбби покатать. Ну, учитель Мак! Тимур, давай ключи, и все будет нормально. Хорошо, учитель Мак. Вот видишь, все будет нормально. Эбби с девочками поговорит, а к тебе претензий не будет. Хорошо. Так, ну все, сейчас я включу запись диктофона и буду дружить с баскетболистами. Девочки, ну что это такое? Это позор! Тренер Эбби, вы должны нас понять. Мы хотим быть разные. Сегодня белые пушистые, а завтра плохие и дерзкие. О, привет, Баня, а я вас искала. Кстати, прикольные луки, но я уже ухожу. Слушай, мы вам, по-моему, футболисткам говорили, что вам без нас, Бани, в этой комнате делать нечего. Что, снова по шкафам лазила? Девочки, алло, мы не о Лоренце сейчас разговариваем, а о вашем внешнем виде. Хоть одна вещь будет лежать не на своем месте, Лоренце. Я ничего не брала. Наряжайтесь. Строите из себя крутышек. Лучше бы в своей комнате убрались. Беспорядок один, я у вас разочарована. Ладно, девочки, ничего не получилось. Нет, стоп, а я протестую. Я тоже. И я, тренер Эбби не будет нам объяснять, что нам одевать. Тренер Эбби не будет говорить, как нам себя вести. Тренер Эбби может только нас тренировать. Кстати, да, тренер Эбби. Девочки полностью правы, вы наш тренер. И вы не будете решать за нас, в чем нам ходить. Ах, протестуйте. Значит, одевайте черлидерскую форму, и тренировка будет длиться 2 часа. Нет, тренер Эбби, знаете что, у нас тоже есть свой характер. Тренер Эбби, а вы помните, что вы обещали на нас не кричать? Кричать будете на своего Майка. Девочки, нас ждет машина, нам пора ехать. Да, Кнопа, ты права, мы поедем. Не зря же Тимур привез сюда, в загородный дом, машину. Девочки, это вы хотите сейчас всем показать, что я с вами не справляюсь, да? Тренер Эбби, не нужно с нами справляться. Вы просто наш тренер. Скоро школа, и мы хотим оторваться. Мы устаем быть белыми и пушистыми. Иногда нам просто хочется показать свой характер. Хорошо, девочки, идите показывайте свой характер. Но это не черлидерши Бани, а это плохие девочки. Да, тренер Эбби, сегодня мы плохие девочки. Девочки, я не понимаю, почему она на нас разозлилась? Если честно, девочки, когда она такая злая, она меня капец как бесит. Короче, ребята, мы сегодня плохие девчонки, и на этом точка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик и ждите наши новые крутые серии. Всем до новых встреч, всем пока! А мы тусим! Через